Смогу ли я заработать много денег? Такой вопрос часто задают, хотя кто-то скажет не в деньгах счастья, кто-то скажет в их количестве. Все это зависит индивидуально и от каждого из нас, у кого какие потребности. Но ладошка эти моменты может показать. Значит, у нас присутствуют 4 основных признака на ладонях, которые указывают на материальное благополучие. Например, у тех, кто хорошо обращаются с деньгами, вот таких линий Меркурия, как правило, 2. У тех, кто хорошо зарабатывает, а были те, кто зарабатывает миллионы, у них обычно очень длинная линия Солнца. Я ранее делал уже пост о том, что линия Солнца редкая. Посмотрите в тех видео, которые есть раньше, вы поймете, что такое длинная линия Солнца. Это главные два фактора для достижения материального успеха. Длинная линия Солнца, двойная линия Меркурия. Обращайте на это внимание, и вы поймете, как у вас с деньгами, либо почему у других они есть, а у вас, возможно, нет. И вы поймете, что нужно развивать для того, чтобы были деньги.